Когда неверующие совершают эти действия, они хотят спровоцировать. Они хотят спровоцировать мусульман. И затем они говорят: смотрите на поведение мусульман. Они убивают послов. Они разрушают дома и сооружения. Это их религия, ислам. Это то, чего добиваются куфары, раздражая мусульман, выводя дурное поведение невежд, поведением невежд из числа проникших в ислам из их среды. Недопустимо проявлять нетерпение в таких вещах. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их отвергали и причиняли страдания, пока не являлась к ним помощь от нас. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. Вот как взгляд ислама относится к этим делам, проявляя мягкость, осторожность и терпение. И чтобы не быть поспешными, многобожники хотят использовать такие возможности, которые выявляются у некоторых мусульман, такие акты, как высокомерие, вандализм и убийство. Дошло до того, что мусульмане стали бы воевать друг с другом, демонстранты с мусульманскими силами безопасности. И это то, чего хотят неверующие.